Я выжил, я обратно говорю, едь на машине сюда. Я плохо стреляю сегодня, мне нельзя драться, раз, драться. Мне не положено. В драках участвую сегодня, я слишком плохо катаю. Так что едь и умирай от меня. Будь так добр. Бобр. Давай, братан, ну я реально так плохо играю, ну не могу драться, ну прости, я очень плохо играю. Давай там, да, на машине, под дымочком, как-нибудь, что-нибудь там придумай. Плохо играешь. Можно было бы поближе подбежать. Не долетают. Опять не долетают. У него бёрст. А чё на второй слот? Покажи. Покажи, чё на второй слот, тогда подерусь, возможно. Колеса бей ему. Да ничего не буду ему бить, пусть едет. Я подожду, пока кто-нибудь сзади приедет и пизды ему даст. Не так, вот так. Да сколько учить-то можно? Вот так вот мелодия стрим-снайпера вообще-то. Давай, ехай. Он же на мой YouTube зашел, по-любому увидел, то, что это я убил чувака и сразу зашел на канал. Как ночь. Я же подожду, ну сзади кто-то приедет, убьет тебя. Я так плохо стреляю, что ты, но я просто не могу. Опять иксы, кстати, нету. Не могу я себе позволить с тобой драться. О, дроп падает, нифига себе. Hello. Я бы с удовольствием с тобой подрался, серьезно. Но только не сегодня, прости. Я сегодня не в форме. Не, братан, ну сейчас сзади придут, убьют просто. Я подожду. У меня-то есть куда он. Машину могу сесть и полежать. За ящички. Я, знаешь, никуда не тороплюсь. Если сзади подъедут или с маяка, и как, давайте по лицу бить. Да блин, что ж такое-то, реально? Короче, все, теряете стримера. Вот как мелодию сможешь проиграть, так и буду с тобой драться. Не получилось. Идеально надо. Нету идеала. Не буду драться. Все. Опять не получилось. Ну, за такую мелодию точно не буду драться. Коробка Windows. Заболевание такое. Понял. Ой, смотри, а что он остановился? Я даже не знаю, что он остановился. Есть инфа, братик? Что-то он тормознул-то. Сука, сейчас затрачивать будет.
Так я и говорил, сейчас докопается кто-то по мне сзади. Не знаешь, что тоже не резон с тобой, бля, драться сейчас, чел. Да мне вообще насрать. Хочешь драться, не будем драться. Нет, пробежать до зоны 20 сантиметров можно даже и не рисковать. Я что-то так плохо вообще в последнее время стал. А, лошара в жопу начали давить, а? Давай, давай, помечи. Давай, давай, ну меткости добавь там, а? Ну меткости, да не по мне, а по нему. Дурак. Ну давай, давай, давай. Ну меткости добавь, ну косорылая ты морда. Да возьми ты другую пушку, блядь. Чел прям от меня умирать не хочет. Он прям готов под того подставляться, но под меня не подставляться. Я вообще так плохо стреляю. Вы видели, как я зажал? Это, бля, убожество было. А чё не летит-то как-то? Как-то вообще не летит. У меня и реакции нету. Как-то плохо сегодня. Вообще плохо. Опять не получается. А это свои, видимо, да, у нас? Ну ладно. Так ты что, охерел, что ли? Я тебя трогать перестал. А ты? Я тебе жизнь подарил. Выпустил тебя с позиции. А это твоя благодарность? Ай-яй-яй, шмель. Ай-яй-яй. А-а-а, я-то подумал, ты, блядь, честно, чел, ты вон как оно получается, да? Я думаю, сейчас тут свои попались. Думаю, лаборатория добрых дел. Думаю, надо отпустить до финалки с челом дожить. А он такой мне в спину давай стрелять. Не, он, наверное, думал, что я его опять не узнал. Ну, Шмель, ну чувствовалось, что ты не хотел от меня умирать. Ты прям знал, что это я, и такой, не, я не буду у него, от него умирать. Но убить его хочу. Не думаю, что ты стрим-снайпер, но думаю, что ты меня узнал и такой, типа, эх, это Сега, хочу убить Сегу. Бить меня, я еще и не в форме.